Ирпу подключился из обороны. И было действительно поражение от хозяев турнира итальянцев. 1-3 проиграли. Но затем важнейший успех. Кой, считает арбитр. Очень технично Дани Ольмо пытался обыграть. Отличился с 11-метрового. Какой пас классный. Гендузи должен быть счет. Разрезал Гендузи. Все увидел мгновенно с игры. После классного паса. 10 лет. В 2015 году в финале тогда, может быть, помните, играли со сборной России. Испанцы 2-0 выйдут. Джонатан и Коне. Конате, Гендузи. А здесь неплохо сыграно. И чуть... Надышались по этой удушающей, хоть обычного, правда, ночного показателя. Паузы на первого года, когда Джибриль Сисе, допустим, забивал за сбор. Хороший пас Ибраима Конате, но здесь, но его партнер, игрок обороны, конечно, Гендузи и Ко. Да, начинала испанская команда сбор, победа над Бельгией, затем разгром Польши и пока очень уверенные действия в матче. Пока французы смотрятся обреченными. Как будто сами даже не предполагают. И перевод неплохой. Иконе. Иконе. Джонатан. Здесь пас у Гендузи не получается. Ну и лишние тут пируэты. Муса Дембеле пошел в игру. Дембеле. Нет, это Иконе. Прошу прощения, Джонатан. Борха Майорал. Нет. Да, французы, похоже, просто, ну, даже не преимуществом Испании, а ощущением легкости и того, что им многое дает. Длинная передача Ауара. Джонатан Иконе. Последним поправкам игроки бьющей команды не могут стоять в стенке. Какую? Но французская атака продолжается. И удар. Иконе по Лилю. Вот как раз еще один повтор удара Джонатана Иконе и шикарные действия Антонио. В Италии получил повреждение Муса Дембеле, пропустил игру с Румынией. Сегодня не вышел стартом. Джонатан Иконе вернул мяч французам. Аид. Передача на Олимпиаду поехать в составе этой сборной. Но если только не будет, конечно, заявлен, как хорошо отдает на Джонатана Иконе. Его левая нога и подача. Не было бы под этот мяч голову подставить. Но испанцы отбились. Иконе.